Всем привет! Я думаю, каждый из вас видел видео или мем о том, что бы стало с вашими деньгами, если бы вы вложили $1000 в ту или иную монетку на ее старте. Очень часто гуляют посты, посвященные Shiba Inu. Если бы вы в марте 2020 года купили ее всего лишь на $1000, то на пике ее цены вы бы смогли ее продать уже за 74 миллиона долларов, а по нынешней цене около 20 миллионов долларов. Я думаю, каждый из вас хотел бы оказаться в числе таких счастливчиков. Что ж, поэтому я и запускаю свой новый эксперимент на своем канале, где каждый день на $100 я буду покупать очень дешевую монетку, либо на $100 участвовать в ее ICO. Буду это делать на протяжении месяца и делиться с вами результатами. Хочу проверить на своей шкуре, можно ли заработать $1 миллион, вложив около $3000. И самое главное, обо всем, что я делаю, я буду рассказывать на своем канале, потому что при данных манипуляциях я смогу вам рассказать о многих нюансах, которые могут быть вам крайне полезны. Но я крайне не советую повторять за мной и покупать те же самые монетки, что и я. Потому что это очень рискованная инвестиция, и, например, я готов потерять свои $3000 ради этого эксперимента. В общем, не принимайте мои видео как совет к инвестициям, это просто эксперимент. Что ж, давайте переместимся прямиком к моему компьютеру, где я уже выберу свой первый проект, в котором буду участвовать, вкладывать свои $100, и расскажу вам о нем, и почему я его выбрал, и почему считаю, что он может стрельнуть. Итак, первой монеткой, которую я хочу купить в данный экспериментальный портфель, будет Baby Doggy Coin. Мы уже не раз ее обсуждали в моей группе в Телеграме, потому что не раз она всплывала в новостях. Давайте я вам про нее расскажу, чем она нравится мне. Ну, во-первых, она мне нравится тем, что у них очень сильная аудитория. В Твиттере, например, у них 309 тысяч читателей, в Телеграме у них 165 тысяч читателей. Короче, у них очень сильная комьюнити, оно очень активное. Я думаю, оно будет также продвигать данную монетку, как продвигает комьюнити Шибу, саму Шибу. В общем, она мне этим очень нравится. Что в ней такого интересного? Ну, например, это функционал. Например, у нее схожий функционал с моей монеткой, потому что, признаюсь честно, вот этот функционал, ну, саму возможность такую, я украл идею у них, потому что она мне понравилась. Например, 5% с каждой транзакции уходит, разделяется между всеми людьми, и 5% добавляется в ликвидность для того, чтобы сама монетка росла в цене. Например, на старте перед своим ICO они сожгли 29% всех монет. Это значит, что вот 5%, которые разделяются между всеми держателями этой монетки, 29% из этих 5% также сжигаются автоматически с каждой транзакции. У них также есть charity wallet, как и в моем проекте. Они на него сколько изначально закинули, я не знаю. В своем проекте я закинул 15%. И, например, с помощью charity wallet они помогают собакам, строят для них приюты и так далее. В моем проекте я помогаю уже детям. В общем, мне вот это вот у них нравится. Причем у них очень сильный маркетинг, у них уже есть бюджеты покупать рекламу у крупных блогеров и дарить своей аудитории крупные призы. Например, сейчас они разыгрывают Теслу. Буквально вот через 8 дней они разыграют Теслу Model 3 2021 года. Все, что нужно для участия, это просто ввести сюда свой e-mail и ввести код, который будет отправлен вам на e-mail. Вам за это дадут баллы. Также баллы вам дают подписаться на их Twitter и так далее. Там очень много возможностей. Кто хочет поучаствовать в розыгрыше Теслы, я оставлю ссылочку в описании. Монетку покупать не обязательно, просто нужно подписаться на их e-mail рассылку, и вы уже автоматически будете участвовать в розыгрыше этой Теслы. Согласитесь, подарить своей аудитории, кому-то из своей аудитории Теслу, это на самом деле очень круто. Это им тоже дало такой взрывной рост. Но они это уже могут себе позволить, потому что та цена, которую сейчас стоит эта машинка, и сколько зарабатывают разработчики, получая там редистрибьюцию ту же самую, это довольно много, считая то, что они залетели сюда на самом старте. Они прекрасно могут позволить. Они уже сделали донатов на сумму $95 000, помогли разным приютам, которые содержат животных. Также они, например, спонсировали гонки NASCAR, забрендировали полностью одну машину. Вот их преимущество, например, с тем же самым Dogecoin и Shiba. У Baby Dogecoin скорость транзакции около 5 секунд, у Dogecoin около 1 минуты, у Shiba Inu 10-15 секунд. Shiba Inu, потому что на блокчейне эфира, Baby Dogecoin на блокчейне Binance. У них есть возможность редистрибьюции, они помогают собачкам,
Это вот все их преимущества по отношению к другим монеткам. Здесь вот их, так скажем, карта, с помощью которой они достигают тех или иных достижений в продвижении своей компании. Растут они очень быстро. Цена пока относительно недорогая. Поэтому вот я буду покупать эту монетку на $100. Вам покупать, не покупать, решать уже вам самим. Как я говорил, не стоит покупать то же самое, что делаю я, потому что я очень сильно рискую этим. Чтобы купить данную монетку, покупать ее можно на PancakeSwap. Вот здесь нажимаем ссылочку Buy Tokens, и нас перенаправляет на PancakeSwap. Сейчас надо посчитать, сколько будет BNB стоить. $100. Это 0.21 BNB. Присоединяем кошелек свой. В основном все такие токены покупаются с помощью Trust Wallet, либо с MetaMask. Так как я в момент записи неудобнее все делать с компьютера, я делаю это с компьютера. Вводим сюда 2 и 1 монетку BNB. Ой, 0.21, чуть много не купил. За 21 монетку BNB мы получим... Ого, сколько. Короче, дофига монет Baby Doggy Coin получим. Я не знаю, как правильно называется это число. Когда покупаем такие монетки, у которых есть функции редистрибьюции, и вообще, когда монетки на стадии пресейла, лучше здесь указывать процент от 15 и выше. Сейчас, так как монетка уже давно существует, достаточно 12%. Это вот slippage tolerance. То есть тот процент, который заберут на редистрибьюцию, на создание ликвидности. Подтверждаем. Команда этого проекта также прошла верификацию. Давайте посмотрим ее. Аудит смарт-контракта они сделали. У данного смарт-контракта нельзя украсть деньги, поэтому они в надежности. Они не указали своего создателя. Многие этого не делают и хотят оставаться анонимными. Мне, например, это не очень нравится, когда команда анонимна, и ты не знаешь, кто за ней стоит. Но все же я покупаю данную монетку. То, что они занимаются благотворительностью, это они могут уже нанимать каких-то специальных людей, которые помогают им оказывать данную помощь. Создатель пока не был нигде зафиксирован. Ну что ж, первая покупка у меня будет такая. Это Baby Doggy Coin. Вот мы сейчас можем даже заметить, как он с каждой транзакцией, количество монет будет расти в моем кошельке. Вот, например, купил я 57 триллионов, получается, я не знаю, как это число называется, 760, 185, 284. Сейчас у меня уже на балансе не 185 тысяч, а 200 тысяч. Вот 760 миллионов, 57 миллиардов, в общем, у нас получается, 760 миллионов 200 тысяч монет. Пришло нам 185 тысяч, сейчас уже 200 тысяч. Если сейчас я обновлю страничку, то мы уже можем заметить, что у меня 201 тысяча. С каждой транзакцией, которая производится в данной сети, количество монеток на вашем кошельке растут. Я считаю, больше нечего о нем рассказывать. Участвуйте в розыгрыше Теслы, вы ничего здесь не потеряете, ни денег, ни времени, все это делается за 5 минут. Ссылочку на данный проект, на их розыгрыш оставлю в описании, кому интересно, покупайте, но, пожалуйста, не полагайтесь на мое мнение. Ждите новых видео, каждый день теперь будут выходить видео по данной тематике. Всем спасибо за внимание, буду сейчас приступать к тому, что буду искать какие-нибудь крутые проекты, в которые можно будет залететь на стадии ICO, либо просто купить по очень дешевой цене. Всем спасибо за внимание, всем пока!